Привет, друзья! Это обзор на игру. Ой, ну, давайте убивать, что мы еще делаем. Вот уже. И слышал звук. Я знаю, что ты хочешь делать. И свечу. Кстати, я что-то там хочу еще каких-то. Стик надо там выпустить. Побег с тюрьмы хочу выпустить еще там. Пс, взорвал. Ну не только, я все хочу выпустить. Ну хватит бить стекло, вот заколебал бить. Ну вот так 4 останется скелета там наверняка, я думаю. Кстати, это моя любимая игра, я люблю. Блин, этого ненавижу. Боже мой. А чё это ты? Я проиграл? Ну... Ну да, это точно не... Да чё ты смеёшься? Нечестно! Когда я не ожидал, что сейчас будет эта проблема. 4 скелета отстань. Давай. Ну не делай это, я не хочу. Ну, ребят, короче, я сбегал в туалет, теперь можно игру продолжить. Ну давай, 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 надо успеть, надо успеть, надо успеть, давай, давай, нет! Ладно. Так, ну-ка, давай. Бил, да? Ага, ха-ха-ха-ха, я такой теперь. Навалил. Вот заколебал бить стекло, боже. На тебе получай, да? Думал, я прихлопнуть. Ага. Сейчас, да, сейчас. Блин, сейчас. А, блин, он же не столько жизни отнял, капец. И чем же мне теперь пройти? Ну как же я тогда узнаю, как мне пройти эту игру? Ты что, опустил? Ты что? Мы здесь, я здесь, ну давай. Да, барабанчик там, кстати, барабанчик там будет. Да не, да не смейся, ты ралуешь, что ты смешного? Ну да, пока что я такой. Кроме ну, чтобы убивать всех вообще. Да, популярный такой ютубер, но я могу все просто посмотреть. Что тут Вова еще в эту игру не играл ни разу. А он вообще ее знает или нет? Я такой факт интересный. Ну, новый пошел. Так, думал налюбивать еще.
Ты издеваешься, что ли? Не-а. Навалял быстренько. Ага, этот чувака. Мы все знаем, насколько ты он тупой. А чё это ты? Ну хлёпни уже меня. Вот заколебал просто так доходить до двери. Да-да-да, 23 часа ночи уже. Ну-ка, он наверное крутой такой. И себя пародирует. Такое вообще. Ну как бы сказать. А может голод пельмени любит? Голод пельмени любит? Ты че? Король какой-то, бог. Бог, а не король. Ну да, как? Где Санта-Клаус? Да, какой-то. Смехом Санта-Клаус, сам не Санта-Клаус, а не похож. Но батюшка, это бог же. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нафиг, да? С таким ты любишь башкой хулиганить, да? Одеваем. Опа. Издевается надо мной? Не, ну папаша, наверное, уже вот этот. Блин, это надо было. Блин, только, пожалуйста, не представляйте меня сейчас того короля. Вот это. Обмануть, думаешь? Скелет, скелет. Ай, боже, ты угарный. А, недовольная башка такая нехорошая. А это что там где? Этого ненавижу. Да чё он постоянно начал появляться, этот король? Я не понимаю. Может, кому-то поддадимся? Этому... Это, блин, жесть. Только на меня, пожалуйста, не надо падать, потому что, блин, я сейчас... Коля, ты капец. Сейчас... Зато он умер. На него обстоятельства. Давайте до меня добежите. Ну это знаете, это дверь. Да поэтому это твои друзья, что ли, чел? Так кто-то там. Он оборачивается, нифига себе, ты жесткий. На тебе. А я на самом деле такой себе крутой тип. Даже круче, чем ты. Труселял ты. Опять твоего друга сейчас приведут и все. Смотри, друг валяется чей-то. Поваливай. Ну да, вот тебе и такой будет друг себе. Ну, короче, блин, этого надо было замочить. Вот он какой-то. Вот это люблю, вот это, да, вот это нужно, вот это надо. А может, он в замке появится новый персонаж или? Ам-ням-ням. Пойдем, пойдем. Ты что за, блин? Короче, молот опять. А такой не больше, блин. И тебя больше стерем. На целый час. Издеваетесь, да? Ну какой-то. Ну все, давайте уже можно дойти до того дома и все. И просто. Это опять ты? Таких ребят немного, конечно. Таких ребят много, а не мало. Мы можем же дойти до того дома, но уже надоело. Долбануйся. Все долбанулся, короче, и все, капец. Thank you.
Чё будешь терпеть? Спроси меня. Вот эти ребята, вот эти главные. Ну давайте уже тут хотя бы меня будут наваляют. Сейчас ты сейчас становишься, да? О, зато я богат. Ладно, ребят, всем пока, до скорой встречи.